Гордыня. Нет, не самоуверенность, а именно гордыня. И как тяжело потом таким людям принимать действительность. Она для них становится просто невыносимой и съедает их изнутри. На нашем канале мы уже неоднократно показывали таких вот экземпляров. Но в таком формате, до и после, показываем впервые. В ролике присутствует армянская речь, но сама суть ролика будет понятна и без перевода. Но мы переведем вам саму суть. Этот армянин ругает оппозицию, говорит, что мол надо собраться всем и думать, что дальше делать. Не знает, как сдали Шуша, как проиграли войну, говорит, должны были выиграть. Клянется матерью, братьями, соседями, своей собакой и всеми святыми, что целью жизни сделает возврат земель. Короче, парень в истерике и несет всякую чушь. Так какой можно сделать из этого вывод? А вывод простой. Гордыня – это не только грех, но и штука, которая может привести к серьезным психическим заболеваниям. Пусть это послужит уроком тем, кто идет по этому скользкому пути. Так что будьте осторожны. Ну а сейчас сам ролик. Приятного всем просмотра. Алиеву хочу сказать, что наконец-то он понял, что он не может победить армянский народ, и с некоторыми чиновниками, которыми они договаривались, между собой победили или проиграли. Армянский народ еще стоит, и не надо угрожать армянским землям. В Армении есть силы защиты, в Армении есть вооруженные силы, которые могут дать отпор. И Алиеву предупреждаю, если еще один раз он будет угрожать армянскому народу, ответные действия будут, и будут очень жестокие. В Армении еще есть очень хорошие военные силы, которые мы не реабилитировали во время войны, и мы можем показать свою военную мощь во всем своем красоте. Չեք կարում ձեզ մարդու պես պահեք, չեք կարում մեզ գրոնեզ պահին մետխելք։ И сегодня мы слегка сломлены, но это не означает, что мы сдались. Армения никогда не проигрывает. Армения – это вековой народ, 9000 лет мы были на этой земле, и минимум столько готовимся остаться. А вы появились и также можете исчезнуть. Читайте историю. Помогает для имени разума. Эсур, если меньше не канумара, а я бара, я как вижмацкнет. Можешь мне какие-то ишхалюцюн чинлену таймайрен нельгану, ишхалюцюн ворьяс тагу ариан амар, патрастен нельгану лорискар.